Ядовитые змеи. Это, надеюсь, это не про нас. Точно не про нас. Вот. Мы хоть и змеи, змеюки даже где-то, но не ядовитые. Вот гуляем в окрестностях Кабардинки. Куда-то ведет нас крутой и затяжной спуск. Понятно. Такой же будет потом подъем. Надеюсь, наши колеса будут вверх идти так же хорошо, как и вниз. Дорога, мягко говоря, слабо предназначена для моноколесных путешествий. Но красота нас пленит, и приключения зовут нас вперед. Поэтому аккуратно продолжаем спуск. Впереди нас традиционные туристы, а сзади идет, уверенно проходит препятствие Борис. Лови, а то в море укатится. Сомнительное удовольствие по такой дорожке кататься, конечно. Нет, офигенное удовольствие. Блин, царапнулся. Ух ты, обветку. Ну что, продолжаем? Слушай, там трусовато как-то. Ничего, не боись, это только начало. Я что-то это... Мы дошли до бухты. До бухты, да, где что? Стоит прибитый штормом лайнер. Танкер. Здесь много кораблей в бухте и много туристов. Это просто интересно. Сюда довозят на машинах, джипинг. Здесь стоит лавочка. Боря, садись, чувствуй себя как дома. Успеем. Так что мы сейчас поедем дальше, спустимся к морю. Как впечатление, Борь? Да, в туалет захотелось, честно говоря. Ну, тут туалет рядом. Ну, это образно. Так. Ну, спуск, конечно, здесь прикольный. Учитывая, что камни торчат и ограничивают движение. Но ехать можно вполне нормально. На спуск КС-16 и КС-14 работают просто потрясающе. Пойдем на подъем, будет тоже интересно. Езжаем в сосновую рощу. Очень красивый ландшафт вокруг. Небольшой крутой кусочек склона мы прошли вручную. И потом под упоительные запахи соснового бора, под звонкое такое щебетание цикад, мы отправились дальше вниз. Здесь дорожка хорошая, можно вполне ехать на колесе. Боря, показывай, как мы это будем делать. Вот так. Действием. Вот, Боря уже поехал. Красота. Вот чтоб мы без моноколес сделали. Где бронепоезд не пройдет. Все, поехали. Да. Там, где пехота не промчится, моноколесник проползет. И ничего с ним не случится. Моноколесник проползет. И ничего с ним не случится. Едем по узкому гребню. И уже практически вышли к морю. Вот его уже видно. Мы там искупаемся. Немножко отдохнем. А может быть, там галечка мелкая. Там очень хороший пляж. И мы сейчас туда направимся и получим свое заслуженное удовольствие. Мы спустились вот к такому замечательному морскому побережью. Здесь мелкие камешки, не слишком много народа. Мы уже искупались и готовимся подниматься наверх. Вот по этому склону мы спустились вниз, сейчас будем подниматься. Это вот такие щели выходят сюда к морю. Красивый ландшафт,
сосны, свежий воздух. Мы получили колоссальное удовольствие. Боря пошел первым. Выдвигай ручку. Боря страхует колесо грамотными движениями левой руки. Он выбирает склон. Дошел до естественного препятствия и, взяв в руки агрегат, решил заняться физической подготовкой. Yes! Мы уже на вершине этого спуска. Классный был подъем. И море тоже.